закончился первый день нашего путешествия. Мы приехали в Грузию. Да. Что это совсем другие впечатления. Тут великолепно, просто великолепно. Очень красиво. Ребята, это очень красиво. Так, ребята, это просто какая-то красота. Это Шмирули называется. Передать, ну, можно, конечно. Ну, и хачапури нам еще принесли. Такого я... Сейчас я, наверное, тоже попробую. Вот мне можно тоже чуть-чуть чачи. Ну, это я так выражаюсь. Вот. И сейчас мы попробуем. Это сумасшествие.